Что, друзья, всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Тони, мы продолжаем катать всеми уже полюбившуюся, кому-то просто рвущую в труху пукан игру Dirt 4. У нас остался последний участок, который нам нужно проехать, USA Trophy, дальше мы переходим в следующий класс. Сразу скажу, что я этот заезд уже несколько раз проехал, но так получить какое-то призовое место я, к сожалению, так и не смог. Трасса очень сложная, я попробовал к ней немножко прикататься и вот только сейчас делаю запись видео. Плюс ко всему, после кольца немножко непривычно катать снова в ралли, все-таки теряются немножечко навыки, нужно этот момент компенсировать. И после данного ивента мы продолжим дальше проходить ралли. При этом у нас с вами еще целая гора всего, у нас еще баги и траки, у нас ралли-кросс, историческое ралли, еще катать и катать нам с вами Dirt 4, и я думаю, будет еще на что посмотреть. Давайте попробуем все-таки в очередной раз, попытаемся пройти вот этот вот ивент. Он сложный за счет того, что очень узкая трасса и очень сложно на ней нормально ориентироваться. Плюс есть места, где можно не кисло ошибиться. А так как мы едем на Subaru STI, эта штука еще очень быстрая. Возможно, еще скорость здесь играет определенную роль. Но не суть. Катать значит катать. Кстати, ребят, в течение ближайших нескольких дней у нас не будет видео на канале. Ну, минимум 2 дня, потому что я уезжаю работать в Сочи. Поэтому не теряйте, со мной все в порядке, все хорошо. Я просто уехал работать. Быстренько пробежимся по настройкам, потому что тормоза меня вообще никогда не устраивали. И я, наверное, сделаю вот шестую покороче. Немножечко. Остальное мы, наверное, сделаем. Оставим все то же самое. Единственное, я вот, ну вот, вот эти вот глобальные вот изменения, что ты не можешь немножко подстроить, а ты перенастраиваешь вообще прям капец как, ну не очень радует. Сделаем пружинки, наверное, да нет, оставим все на стандарте. Передний ролл-бар оставим мягким, задний пускай остается у нас таким, какой он есть. Ну и, собственно, принимаем все изменения и выезжаем на спецучасток. Попробуем проехать, участок реально как-то очень сложно мне дался, не знаю почему, либо Subaru настолько безумный, либо я уже просто действительно давно не катался в четвертый дёрт. Машину на торможении всегда ставит боком. Не зашел. 110 over bumps. Keep left over crest. 60. Left 6. And right 4. And bump. And left 6. Left 6 long. And turn. Q left 60. Right 5. 200. Right 3 long. Keep in. 100. Six.
right 3, don't cut. Into left 4, long over bumps. Into right 5, 250. Left 6, over crest, dip. Right 6. Into left 4, long, opens, keep in. 200, 200, over bumps. 100. Left 6. And left 4, long, 150. Right 4, long, tightens, keep in. Into left 6, don't cut, 100. Right 4, long, tightens, keep in, don't cut. Into left 6, 80. Left 4. And right 6, into left 5, 150. Right 6, over crest, 80. Left 5, 60. Right 4, through dip. Keep middle over crest. Left 5, 200. 200, over bumps. 60. Перестарался, что-то я с правым поворотом, честно говоря. Right 5, keep left over crest. Jump, maybe, to finish. Alright, get her to the control. Очень сложный, кстати, финиш. Здесь нужно попасть и очень вовремя тормозить. 3 секунды мы проиграли, заняли второе место. Но, как вы знаете, я никогда не стремлюсь приехать первым. Это, конечно, круто, когда ты приезжаешь первым, но это не настолько важный момент. Поэтому мы приехали вторыми, и по итогу соревнования мы вторые. И я считаю, что это очень достойный результат. У нас еще 3 спецучастка осталось. Едем, едем, едем. Проезжал я только первый заезд. Остальные заезды я не ездил. Сразу вам говорю. То есть сейчас я поеду вот как первый раз. Ну не как первый раз, а вот прям первый раз. Посмотрим, что из этого получится. Честно говоря, вот что... Ну вот штаты мне даются пока сложнее всего. Даже в Австралии еду получше, чем в штатах. Не знаю почему. Ну, как-то так получается. У нас сейчас, кстати, дождичек по погоде. Поэтому, я думаю, станет немножечко сложнее. Ну, что поделать. Поедем так. Погода есть погода. Погоды не прикажешь. 3, 2, 1, go. Left 4, turn dip. 60, don't cut. Right 5. Crest 60, turn, cube right, 60, poke, come top. Keep left over crest. Left 5, 100. Left 4. And right 6. Into left 5, 60. Left 4 over crest. And right 6. And left 5, 80. Whoa. Left 6, 60. Right 4, tight, over crest. Into left 5, 100, 110, over bumps. Keep left over crest, 60. Right 5. Into left 4, over crest, open, 60. Right 6. Right 5. And left 6. Hazard ahead, eyes on. And right 4, over crest. Right 5. Left 5. And turn, open, hairpin left, 60. Left 6, through dip. Right 5. And left 6, 200. Left 6, over crest, dip. Right 5, left 5, and turn, open, hairpin left, 60. Right 5. And right 4, coast outside, 60. Right 3, don't cut. Into left 4, long over bumps. Into right 5, 80. Left 6. And left 4, long, 200. Turn, open, hairpin right. Bump, outside, 60. Turn, open, hairpin right. Это было очень... 60. Очень не вовремя. Учитывая, что мы в 3 секундах отрыва были. Left 5. Into right 4, long over bumps. Into left 3, секунды пенализации дали. Right 6, over crest, 200. Over finish, to stop.
лучше третьего места мы не приедем. Вот на торможении ее всегда разворачивают. Вот она всегда ставится боком. Я не знаю почему. Мы приехали, кстати, вторыми. Что, в принципе, я считаю, неплохо. Очень даже неплохо. Мне, кстати, ребят, заметил, иногда подглючивает вебка, изображение не синхронно со звуком. Ну, я пока ничего не могу с этим сделать. Мы вебку поменяем обязательно, но на нее нужно найти денег, заработать денег. Поэтому, извините, пока потерпите немножечко, но вебка у нас будет хорошая. Мы поставим хорошую вебку, когда у нас будет готов кокпит. Я уже нашел чертеж, как я хочу. Мне уже приехало кресло. Оно вон там вот за мной стоит. Вон оно внизу, его немножечко видно. А, собственно говоря, потихонечку, помаленечку начинаем двигаться и строить. А, процесс постройки, наверное, не будет показываться, но то, что я сделал, я обязательно покажу. Обязательно покажу. Он реально очень крутой. Я уверен, что вам понравится. Так, что у нас? Коробка, небольшие повреждения. Ну, кузов понятно, у меня кузов всегда страдает. Так, надо помыть тачку, все это дело проинспектировать, чтобы у нас больше не было никаких проблем внезапных. Все, подтверждаем. И, собственно говоря, погнали. Погода у нас, кстати, улучшилась. У нас теперь солнышко. Я думаю, будет получше, но грунт еще мокрый. Я, кстати, на ней всегда стартую со второй, она очень легко поддается старту со второй передачи. Немножко накосячили, но исправили положение, по-моему, даже не зацепил ничего. Бам. Не успел стабилизировать машину, к сожалению. Я ручником не пользуюсь, я тормозом выставляю машину боком, и это на самом деле не очень прикольно. Я бы такой бы наоборот, за то, чтобы машина просто тормозила тормозами, а вот ручником ставить ее бочком. Но даже при корректировках настроек это все равно не исправляется на данной машине, я не знаю почему. Все равно мы приехали вторые, вы понимаете? То есть, вот, я реально ввалил как мог сейчас. И мы все равно приехали вторыми. Кошмар, просто, просто кошмар. Дальше второго места мы этот чемпионат точно не возьмем. Пока по итогам мы вторые. У нас остался последний спецучасток, а там вроде как пасмурно. Надеюсь, без дождика. Да, просто пасмурно. И спецучасток короткий, 3 километра, и он такой, я бы сказал, несложный. Наверное. Посмотрим сейчас.
А то сейчас накаркаю, что он несложный, а он вообще атас с перепадами каким-нибудь высот. Ну, судя по карте, да, перепады высот есть, но небольшие. Chief engineer says just ignore this body damage, running fine. Five, four, three, two, one, go. Keep left of the crest, 60, and right six, and left five, through dip. Right six of the crest, don't cut, 100, turn, open, hairpin right, don't cut. And right five, left five, right four, long. And right six, 80. Right six. Into left four long. Opens, keep in. Don't cut. 100, left five, 60. Это была очень серьезная ошибка. Right four, turn them both inside. Keep middle over crest. Но вы же знаете, я за то, чтобы ехать естественно, а не ехать 300 раз перезаезжать один и тот же заезд, ради того, чтобы красиво на видео проехать. Я всегда говорил, я еду так, как я еду. Очень легкий спецучасток. Реально очень легкий спецучасток. При этом мы приехали первыми. Ну, понятное дело, здесь особо не надо было напрягаться, абсолютно спокойно ехали. Моська пострадала на Субаре, конечно, после дерева, но пострадала неестественно, так скажем. Ну и в итоге мы еще и первые, ребята. Мы взяли золото по итогу чемпионата. Это реально круто. Вот сейчас я рад. Это реально круто. Прям круто. Два заезда ехать на второй. Три заезда ехать вторыми. И в итоге потом прийти первыми. Ну, я считаю, это очень достойно. Очень круто. Классно. Классно. У нас разблокирована новая команда. Мы, видимо, можем какую-то партнерку с командой, судя по всему, заключить, создать. Да, вот по итогу у нас золотишко. Отлично, 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 отлично. Я рад, я доволен. Все очень классно. Единственное, меня все равно подбивает немножко вебка. Я попробую сейчас что-нибудь сделать быстренько. Прям быстренько попробую что-то изменить. Ну, вот сейчас вроде задержка пропала. Попробуем вот так вот покататься. Посмотрим, как она будет. Может, все-таки нормально будет работать. Искренне на это надеюсь, на самом деле. Она местами бывает. Бывает работать нормально, бывает она начинает очень сильно почему-то растягивать, затормаживать изображение. Я не могу разобраться, в чем причина. Так, у нас класс R2 теперь. У нас зимние спецучастки, да целая куча всего, у нас аж целых два зимних спецучастка. Давайте, наверное, пойдем по порядку и вот начнем вот отсюда. Я сейчас понимаю, что это будет просто жжением по области моего пукана, потому что я не очень люблю зимнее ралли. Оно, конечно, красивое и все такое, и все классно, и все круто, но я бы сказал, что это очень одно из самых сложных ралли, которое вообще может быть. Я думаю, мы вот этот вот чемпионатик с вами проедем. У нас всего два ивента, то есть всего два заезда. И заезд либо... А, нет, нифига, у нас два мероприятия и четыре спецучастка. То есть в общей сложности, наверное, будет 8 спецучастков. Достаточно длительная будет гоночка.
Ну чё, поехали. Нам больше ничего не остается. Поедем мы на нашем Субарике, который вы уже знаете вдоль и поперек. Субарик мне, честно говоря, понравился больше, чем Эвик, поэтому поедем мы именно на нем. Вот как-то все-таки решил я катать на Субаре. Я сделаю главную пару прям покороче, потому что вот так вот, наверное. Здесь все оставлю. Попробуем покататься, потом попробуем что-то с подвеской сделать. Может, найдем какую-то корректировку. Сейчас хочу просто понять, как себя машина ведет на снежно-ледовой трассе. Поехали. Right 5, keep left over crest. Left 6, through dip. And crest, jump baby. 100, right 4 over crest. Left 2, opens through dip. Crest, dip. Right 4 over crest. Right 4. And left 4, through dip. Caution, right 3, through dip. Caution, left 4 over crest. Care, crest. Трасса еще более узкая, чем в Штатах. В Штатах мы ехали по песочку, а здесь снежок. Точнее, не по песочку, а по грунту. Здесь снег. Вот о чем я говорил. На снежок заезжаешь, и тебя туда затягивает. Ну, собственно говоря, как в реальной жизни. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Надо поменять штурмана. Я, честно говоря, как-то неправильно воспринимаю, видимо, женский голос штурмана. Мне вот мужик нужен в машине. Баба на корабле — это плохо. Это вообще к беде просто. Да что такое? Хватит ездить по сугробам. Главную пару можно еще укорачивать. Потому что фактически я еду на второй, третий в большинстве случаев. Воу, не дотормозил чуть-чуть. Пошире немножко стало хоть. Снова утка. Заметили, какой разрыв у нас? Либо я так быстро еду, либо боты на снегу ездят хреново. Откровенно говоря. Воу! Курсор, уйди, ты мне мешаешь. Широко. Я тут уже не первый вылетаю, либо специально зона вылета создана. Left four long through dips. And
Слушайте, ну я думал, будет хуже. Еще как бы... терпимо, я бы сказал. Шестнадцать секунд отрыва. Я действительно так быстро ехал, или действительно боты очень плохо себя ощущают на снегу, потому что никогда таких разрывов не было раньше. Просто никогда. Продолжаем. Да, как я и говорил, у нас будет два дня, два соревновательных дня, по 4 спецучастка. Ух ты, у нас снежок. У нас снежок сейчас будет. И спецучасток, судя по карте, по маршруту, начинается с высоты вниз. Ну, посмотрим, попробуем. Мне всегда, вот честно я вам скажу, мне ралли интересно, как факт. Я его катаю с удовольствием, потому что оно очень сильно оттачивает, так скажем, жопомер. То есть ты по-другому машину начинаешь чувствовать. Но вот как-то это немножко не мое, и мне вот всегда интересно. Я люблю кольцо, по большей части. 5, 4, 3, 2, 1, go. Видели, сколько контрольных точек? Офигеть, чувак. Ой. Оу. Задним колесом поймал брустер снежный. Вообще не право 4, вот вообще ни разу. Right 6, left 5, right 5, crest 6.
big jump, 80. Left 4, into right 2, long, over bumps, crest. Left 3, through dip, crest. Right 3, through dip. Right 4, and left 4, through dip. Caution, right 3, through dip, 60. Caution, and left 6 over crests. Right 5 long, dip, left 5, right 6, to finish. All right, get her to the control. Hey, 39 секунд. Ну, не знаю. Вот прям не знаю. Я не знаю, почему они поехали хуже. Мне это у самого вызывает вопрос. Реально, вызывает прям большой вопрос, в чем проблема. Но сама суть, мы едем с очень и очень и очень большим отрывом. У нас в этот заезд без снежка. Будет ехать, я думаю, попроще немножко. Хотя и предыдущая не особо дорогая была. Не особо сложная трасса. Куча мыслей в голове. Столько жути несу. Ух ты. Слушайте, а мы нормально так. Тачечку-то покоцали. Я думал, я аккуратненько еду, а я, оказывается, там и двигатель повредил, и выхлоп, и коробка у нас пострадала, и стойки с кузовом. Прям... Я думал, что у нас все будет. Поехали. 4, 3, 2, 1, go. Into right 5 over bump. And left 6. Left 6 through dip. Into right 5 over bump. And left 6. Right 6. 80 over bumps. Left 5 long. Keep left over crest. Right 6, over bumps, 60, left 4, into right 2, long, over bumps, crest, left 3, through dip, crest, right 3, through dip, right 6, left 6, 60, past junction, right 6, through dip, 60, left 6, over bumps, right 5, long, 80, over bumps, left 6, 60, right 4, over crest. Забыл коробку укоротить. Совершенно забыл об этом. Left 6, through dip. Into right 5, over bump. And left 6, 60. Caution, and left 6 over crests. Right 5, long, dip. Left 5. Left 6, through dip. Into right 5 over bump. And left 6. Right 6. 80 over bumps. Left 5. Long. Keep left over crest. Right 6. Over bumps. 200. Caution. Slowing. Crest. Jump. Into right 4. Long over bumps. Crest. Left 4. 60. Left 3. Through dip. Keep left over crest. Ну этого нам только не хватало. Да что такое, ну, второй раз перевернуться за один заезд, это слишком уже. Но этот заезд нам точно первое место уже не взять. Right 5, long, over bumps. And left 6 over bumps.
Брустверы, конечно, снежные рядышком лютые. Рядышком с дорогой. На них можно здоровски полетать. Чуть сильнее тормозить. Еще и первыми поехали. Как такое вообще возможно? С 12 места по итогам времени приехать первым, я считаю, это достойно. Конечно, тачку мы нахаратили вообще в пух и прах за один спецучасток. Выезжали на новой тачке, на целой. В итоге разворотили ее в хашламу вообще. У нас остался последний спецучасток из этого ивента, и я думаю, мы вот как-то вот здесь вот, наверное, закончим, потому что, опять же, поджимает времечко, надо потихонечку начинать собираться, потому что скоро уже, совсем скоро нужно будет выезжать в Сочи, собственно говоря, перед этим еще есть много-много-много дел. Hey, it's not pretty. But it works. Let's go. Да хорош уже болтать, поехали. Погода опять испортилась, у нас опять снег. Попробуй со второй на ней стартануть. Не хватает. Очень сильно вкапывается. Хотя с другой стороны, достаточно неплохо набрала скорость сразу. Вот так вот. Первый же спецучасток, первый же кусочек спецучастка, и у нас уже потери. Опять по брустверам ездим снежным, машину ломаем. Очень быстро залетел. В реальной жизни на такой скорости я, конечно, бы пробил брустверы и посадил машину на брюхо, безусловно. Изображена была спилька, по факту 90-градусный поворот. Да,
Спин-код. Ну хорош уже, хорош. Well, 19 секунд. Если бы не собирал брустверы и ехал почище, я думаю, разрыв был бы больше. Но мне до сих пор непонятно, почему они так поехали медленно. Первые. Первые по итогам чемпионата. Отлично. По итогам соревнований. Просто супер. Но у нас же впереди еще вторая. О, у нас открылась историческая ралли. Класс. Теперь мы можем и историческая ралли катать. Ну и, собственно говоря, у нас осталось еще два заезда. А точнее, еще один... еще один заезд из четырех спецучастков. Но мы этот момент отложим, потому что у меня катастрофически уже мало времени остается. Собственно говоря, доснимем мы вторую часть, когда я вернусь из Сочи. Ну что, ребят, всем, кто посмотрел это видео, огромное спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Может, есть какие-то советы, может, есть какие-то идеи. Может, вы мне ответите, почему они так медленно начали ехать. Я сейчас поработал. И почему у нас так сильно увеличился разрыв, что меня вообще совершенно не устраивает. Ну что, ребят, еще раз всем спасибо. Увидимся в ближайшее время. Всем пока.